Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Хочу продолжить обалденную вкусную рубрику завтраков. Сейчас пора овощей, а значит, будем готовить очень обалденный вкусный завтрак. Вот из этих овощей: баклажанчик, кабачок, перчик, помидорка, лучок и чесночок. Друзья, чеснок придает любым овощным блюдам очень обалденный и очень насыщенный вкус. Обязательно употребляем, пробуем именно готовить с добавлением чеснока. Не пожалеете. Начинаем готовить. Поехали. Первым делом нарезаем лук. Лук у меня простой, репчатый. Нарезаем крупно. Делю вот на три части. И прямо вот так вот крупно нарезаем. Подготавливаем все ингредиенты, чистим, нарезаем. Баклажанчик у меня крупный, если у вас помельче, просто нарезайте, режьте баклажан пополам и потом вот на такие, можно сказать, крупные кубики. Я буду использовать кабачок, можно использовать цукини. Также нарезаем крупно кубиком. Чеснок. Беру всего лишь 2 зубчика. И нарезаем мелко. Разогрел сковородку с маслом и в первую очередь отправляю чеснок. Буквально одну минутку придадим нашему маслу очень ароматный вкус. Через одну минуту отправляем лук. Как только слегка лук помяк, отправляем следом баклажанчик. Баклажанчик обжариваем еще 2-3 минутки. Пока обжариваются наши баклажанчики, натрем через терку, крупную терку, помидорку. Нам понадобится примерно 2-3 помидорки. Подрумянились наши баклажанчики и сразу же отправляем кабачок. Обжариваем также еще 2-3 минуты. Осталось нарезать перец сладкий. Также все кубиком. Ровно через 2 минуты отправляю перец. Солим по вкусу и перчим. Также добавляю сладкой паприки примерно чайную ложку. Все, и отправляем последний ингредиент, наши томаты, через терку. Тушим примерно еще минуты 2-3. Теперь мы будем готовить заливочку. Нам понадобится 4 яйца куриных. Добавляю также щепотку соли и слегка приперчу. И перемешиваем. Все, теперь отправляю наш ленивый, так сказать, рататуй форму, где будем наше блюдо еще выпекать. И заливаем все яйцом. И
И сверху все это присыпем сыром. Теперь отправляем это все в духовку. Духовку разогреваем до 180 и буквально 15 минут, и наше блюдо готово. А теперь давайте попробуем. От такого завтрака вы будете просто без ума. Также отличный ужин. Почему только завтра? Я считаю, на ужин то, что нужно. Супер. Обязательно готовим вместе со мной. Не забываем подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. И также подписываемся на мою страничку в Instagram. Всем пока. Обязательно комментируем и делимся с друзьями.